and play the piano. У пациентов с болезнью Альцгеймера появилась надежда. Американские фармацевты представили результаты клинических исследований лекарства, которое способно замедлить развитие недуга и продлить срок жизни пациента. Однако препарат эффективен только для людей со слабой формой болезни. Лечение важно начинать на ранней стадии. Польза от лекарства проявляется со временем. Чем раньше вы начнете лечение, тем лучше. Если начать терапию позже, можно не успеть. Солонезумаб, разработанный компанией Эли Лилли, сокращает количество деформированного белка бета-амилоида, который накапливается в мозгу пациента и приводит к образованию бляшек. Таким образом, скорость ухудшения высших мозговых функций у людей с ранней формой заболевания замедляется на треть по сравнению с теми пациентами, которые не принимали препарата. В исследовании приняло участие более 1000 пациентов. Они принимали это лекарство на протяжении 1,5 лет. Фармацевты представили результаты на заседании Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера. Данные этих клинических испытаний свидетельствуют о том, что нам впервые удалось задержать развитие болезни Альцгеймера. И результаты этого нового анализа свидетельствуют об эффективности солонезумаб в борьбе с прогрессированием заболевания. Результаты следующих клинических исследований будут опубликованы в 2016 году. Ожидается, что они подробнее расскажут о механизме эффективности препарата. Напомним, пока лекарств, способных полностью остановить развитие болезни Альцгеймера, не существует.